Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1409. События дня. Матфея 24:14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». За 23 октября 2019 года. Обращение. У нас в деревне есть фермер. Очень плохая техника. Комбайн бы кто помог, помочь купить. Мы обратились за помощью. Вот все. Тормозите, и можете увидеть все это. Тормознуть можно курсором, поставить это. Вот эта переписка какая днем была. Это я все из интернета взял.
Ну, а что делать? Дома один немножко, значит, не сами постриг ягодки у калины красной. Ветер повал. Кое-где трава наросла. Собирал в ванной, вывозил на тележке. Володя пришел, виноград надо еще закрывать. Пока сижу, сейчас его нету, наверное, уже ушел. Когда нужно воды принести с кошками, с голубями. Работа есть. Вот сегодня, то и вчера также было, в 1:00 ночи уже я в интернете. Все сделаю, там остается до 4:40, бывает час, полтора, два, даже редко. Ложусь, утром уже, вот сегодня до 4:40 еще не было. Опять встал, уже все. Наши ресурсы известны. Вот. Можем даже показать. Это у нас что есть? Есть мой мир. Мой мир. Как он выглядит? Вот как. Очень люблю. Где бывает я с голубем? Это нет, именно в шапке просто. Вот так. Ну и дал объявление, дали. Котика, 3 кошки, которые мог бы кому-то отдать. Это рыжий спит. Правую переднюю лапу под голову подложил. 1.5 года скоро им будет. И вот большой наш форум. Форум. И во свете Библии, большой библейский сайт. Во свете Библии. Вот так. Вот и наш православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». 42 203 подписчика, 42 298 773 просмотра и где-то 17 тысяч роликов, видеороликов. Вот обновлю и первый могу посмотреть, сколько человек посмотрело его. Вот так. Опять выходит. Третий раз приходится убирать ролик. Утро. Вот так. Ну, все на этом сегодня. Все. Благодарю Бога.